Всем здрасте, ребят. Играем за Хагу. Карта у нас Ракун Сити. Но Хагу у нас в этот раз не блочит проходы, а просто будем телепортироваться к ловушечкам. Поэтому, собственно, геймплей у нас будет немножечко другой. С этой стороны поставим. Со старта ломают порчу. Нужно хитулю дать. Не летим. Хорошо. А успеем ли мы донести? Да, чел не вырывается. Первый пошел. Давай одну трапу сюда бахнем. Но лишь одну. А, чел выпиливается, да? Не сдержался. Нормально? 4% со старта. Ой, геймплей. Обожаю. Конечно, переигровка. На уровне сразу. Ну, естественно, это же Джилл, что могу сказать. Ну не, она сейчас валится. Все, хорош. Хорош. Сейчас давай еще осколочек. Я вообще кайфану. Так, пойдет. Сверху прям чинит. Ага. Угу. А генов-то, кстати, много дали. Все, Джилл выпилилась, найс. Это чисто наша пожиралочка. Так, сколько там, 30 секунд. Но она сейчас туда убежит, у нас там нигде трапы не стоят, блин. Есть ли смысл за ней идти? Наверное, да. Хорошо! Господи, мы успели! Я думал, заставлю его скинуть. Сейчас откатим. Угу. Да на тебе сразу хитулю. Да на тебе еще одну хитулю. Иди сюда опять. О, это нехорошо. Давай. Наверх опять пошел. К той же палетке, в которой я его повалил. Нет. Так. Где-то там, думаю. Ой, 4-4. Сейчас догоним. Сейчас догоним. Сейчас. Хорошо.
Где-то сейчас повесим, но чел дочинит, скорее всего, ген. Да, дочинивает. Не надо мне тут. Нужно у генщика немножечко постоять совсем. Остановил ген, хорошо. Подождем, пока генщик немного откатится. Ну, он уже и так на одну откатился целую. Пойдет. Нечего, ты не успеешь. А-а-а, ген дает. Ну ты посмотри, а, ну просто в такую наглую сыграли они, а? Засранцы просто. Хорошо. Пойдет, пойдет. Один дедуля сбежал. Но они в целом втроем играли. Не знаю, печально у меня все на хаге, печально, но как есть. Можешь спрыгнуть. Можешь спрыгнуть. Гага?